1 сентября МТРК отмечает свой день рождения. Нам в этом году 25 лет. Не зная праздников и выходных, коллектив нашего телеканала оперативно сообщает вам, нашим дорогим зрителям, о самых важных событиях Северо-Казахстанской области. В этот день мы хотим поделиться с вами историей телеканала и рассказать, что для нас значат эти 4 буквы. Петропавловск. 1 сентября 1998 год. Команда из 8 человек собирает первый выпуск новостей МТРК. Сюжетов было совсем немного, но каждый на злобу дня. Проблема с отоплением, пустые прилавки, людям не выплачивают пенсии и зарплаты. Пугала неизвестность. В то время и назрела необходимость в том, чтобы оперативно сообщать жителям региона новости города и области. Было принято решение создать абсолютно новую команду. Значит, я предложил, значит, сделать, ну, пускай с названием, значит, муниципальным, мы, как говорится, здесь немножко не совсем в ногу пошли со временем, но понятие местное телевидение, местный региональный телеканал, который работает на акимат, работает на регион, работает на телезрителей. И, в общем-то, достаточно быстро это было сформировано. Бюджетного финансирования тогда не было. Мы работали за счет спонсоров, за счет рекламодателей. Никакого госзаказа в тот момент не было, потому что в бюджете не было просто денег. У истоков создания телеканала стояла и Жолдоспаева Халия Даировна. Она была первым шеф-редактором МТРК. Все, кто работал под ее руководством, в один голос заявляют о ее высоком профессионализме, любви к журналистике и телеканалу. Прямолинейная, справедливая, ответственная. Она всем сердцем и душой болеет за канал. Сейчас Халия Даировна на заслуженном отдыхе, но принципов работы, которые она закладывала на телеканале, придерживаются до сих пор. МТРК – это школа для молодых и талантливых, а вырастая, они без проблем находят работу на республиканском и зарубежных телеканалах. Сотрудники меняются, но бренд МТРК остается. И порой в непростых условиях нехватки финансов, дефицита кадров, не самого современного оборудования, коллектив прилагает все усилия, чтобы зрителю было интересно и полезно смотреть наши новости. Работаем с населением, запросы населения, что бы они хотели знать. Вот несколько программ откроется вот в сентябре. На телеканале будем заниматься юридической грамотностью населения. Есть интересная идея в этом направлении. 1 сентября – это день знаний, в принципе. И поэтому нести разумное, доброе, вечное телевидение тоже должно. Поэтому мы открыты для любых предложений. Рейтинги МТРК в ТВ-пространстве ежегодно растут. Развиваемся мы и в интернете, а также в социальных сетях, где ежемесячно прибавляется около 500 подписчиков. Наш коллектив осваивает новые форматы и ищет интересные способы подачи новостей. И главная мотивация для нас – любовь к зрителям, к своему делу и телеканалу. МТРК для меня – это больше, чем мое рабочее место. МТРК – это второй родной дом. Коллеги мои – это моя творческая семья, большая дружная семья. Я хочу сказать, что люди, которые здесь работают, они целеустремленные, они интересные, идущие в ногу со временем. А главное, они неравнодушные к делу, которым они занимаются. Для меня МТРК – это место, где я нашла себя, где я реализовалась, где я нашла друзей, хороший коллектив, который поддерживает, дает много вдохновения. И, наверное, это место, где хочется развиваться, где пробовать себя в чем-то новом, какие-то искать новые жанры, пробовать себя в новых форматах, как-то стремиться удивить зрителя. МТРК – это, наверное, в первую очередь не просто место, это не просто телеканал, это, наверное, большая дружная семья, где люди делают одно общее дело, занимаются работой, просвещают людей, нашу область. Сегодня ровно 3 года, как я пришел в журналистику, работая по 12 часов в режиме нон-стоп, без выходных и праздников, но зато очень интересно и весело. МТРК мне дал новых друзей, коллектив хороший, классный. Вот здесь я многому научился благодаря своим коллегам и редакторам. Спасибо за это. Искал работу, посмотрел, как работают ребята на других каналах, и здешний коллектив мне показался самым приятным и душевным, что ли. Вот. Так что я точно получил хороших друзей, ну и интересную работу.
Для меня МТРК – это дружный коллектив, с которым очень легко работать и приятно, и хочется творить. И всегда съемки проходят очень весело, так позитивно. Это постоянные поездки, новые люди, это районы. Я люблю свою работу, я люблю МТРК, и людей здесь люблю. Лично для меня МТРК намного больше, чем канал. Это большая дружная семья, в которой любят и ценят каждого. Так было всегда, так будет и дальше. 25 лет – время переосмысления и поисков новых векторов развития и свежих идей. Это только начало большого увлекательного пути. Айгерим Хамзин, Александр Янсен, МТРК.